check this out. Show me the Morty! Dumb. Excuse me, sir. Is your Morty insured? You know, every year hundreds of Mortys are injured. Back off! Всем привет, с вами Ирвин. И прежде чем я покажу вам сегодняшнее выражение, я дам вам возможность самостоятельно перевести фразу, которую увидите на экране. Остановите видео и напишите в комментариях, как бы вы ее перевели. Не переживайте, если ошибетесь. Во-первых, есть несколько правильных ответов. Во-вторых, ошибок не делает только тот, кто ничего не делает. Not my cup of tea, this place. Not my cup of tea дословно переводится как «не моя чашка чая». Как можно догадаться, перевод не имеет к чаю никакого отношения. Самое близкое по значению выражение в русском языке будет «не по душе». В отличие от фразы Рика, традиционное выражение строится через глагол to be. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте в комментариях под видео ваши вопросы, идеи и предложения с фразой Not my cup of tea. Увидимся!